Навіть Мінщини на нашому каналі. У студії Сергій Манько. Вітаю вас і головне у випуску. Подяка за чулость, любов на передодні дня матері. У Несвіжі вшанували шматдітних жанчин Мінщини. 5 наград у нас уже є, от це буде 6. Смак модернізації, розвиття м'ясомолочної галини обміркували на виязному посядженні облвиконкома у Борисовському районі. Задача перерабатуючої промисловості в будь-якому випадку переробити і продати. В урочистым строї у молодежні провели агульно-гарнізонний огляд підрозділенню міліції. Подяка за чулость і любов напередодні Дня матері у Несвіжі вшанували шматдітних жанчин Мінщини. 36 представниць пригожої полови, які виховують 5 і більш дітей, отримали орден матері. Урочиста церемонія пройшла у палацово-парковому комплексі. Со святом жанчин Мінщини повіншував губернатор Борис Батура. До речі, сьогодні вже більш за 1400 матуль старішнього регіону вже мають таку високу державну узнагороду. У меня 5 детей. Ну, получилось так, что у меня последняя двойня, мальчик и девочка. До этого у меня было 3 девочки. Ну, мы еще как бы школу только начинаем осваивать. Вот. Дети у меня дружные. Ну, и семья, слава богу, у нас дружная. Иногда приходится отбросить, скажем, в сторону свои заботы, хлопоты. Ну, конечно, хочется со всеми детками и попрыгать, и потанцевать, и порисовать, потому что это детки, им нужно внимание. Очень волнительно как-то, ну, даже в какой-то степени неожиданно, потому что, когда планировали детей, когда, в принципе, в первую очередь для себя, не ради каких-то наград. И поэтому, конечно, очень приятно, что государство так поощряет, отмечает. Поэтому кроме 5 наград у нас уже есть, вот это будет 6. Быть матерью, хранительницей семейного очага – это очень тяжело, но зато и очень достойно. С праздником, здоровья вам и счастья! Орден матері отримала і Олена Новікова з Лагойського району. Шматдітна сім'я, у якої виховуються 4 сини і маленька дочка, живе у Прищеніцях. 17 років Олена Володимирівна працює мамою. Однак, говорить, велика заслуга у гэтым її мужа Дмитрія, бо тільки у каханні і згоді можна виховати добрих дітей. Репортаж Анастасії Тулупової. Корзина большая. І хто сказав, що шопінг – не мужчинських рук справа? Батька і син Новікови, які належать здобытчикам, відправляються у магазин. Шматдетній сім'ї, де у кожного свій гост, потрібно шмат продуктів харчування. Тому у краму наведуються щодень. Набор продуктів стандартний. Але ж не забуваються і на присмаки. Ко дню матері для жіни тортик для дітей. Діти заказали блини, муки, ну і набор, макарони, молоко, йогурти, сахар, печенье, орехи. Що і з чого приготувати, ліпі за усіх ведає Олена. На кухні яна господиня, однак Дмитрий ніколи не відмовляє у допомозі. Причому абсолютно во всім. У нас 5 дітей, тому що мені з мужем повезло. Потому что он как бы он не боится никакой работы, он берет на себя смелую ответственность и за женскую работу, и за мужскую. У сім'ї Новікових сім'я, 4 синочки і лапочка-дочка. Старейший студент, молодший вучиться у школі і садку. Улянка з маті дома за господиню. Шматдітні сміються у їх у криві. І Олена, і Дмитрий з великих сім'ї. Однак любов'ю у їх ніхто не обділений. Так, як сказав Олександр Розенбаум, не буває любимих пісень. Все пісні рідні, і тому кому-то більше, кому-то менше любви давати, это... ну не виходить просто так, більше-менше давати любви. Всім одинаково. І підход ко всім одинаковим. Був один дитинок, покупали одну шоколадку, тепер 5 шоколадок покупаємо. У кожного своє захоплення. Мацвей, будучи музикант, грає на цимбалах. Ще двох синів батька заразив любов'ю до спорту. Дмитрий – кандидат у майстри спорту. Тренує баскетболістів і працює пожарним вартувальником. Я вважаю, що спорт ти нікому плохо ніколи не дав. Дав тільки здоров'я. Мені видно, що я зберігався добре. Олена щаслива, що отримала високу узнагороду і вже не промінула можливості повідомити про це усім сябрам і своякам. Новікових люблять і поважають усі. Ваша передача рейтинг обеспечений. Смотреть буде вся Білорусь, це точно. Я б хотіла, щоб мені дали медаль за отвагу. Тому що це подвиг. Ну, на самом деле, це подвиг. Ну, тяжело рішитися. Вот.
А потом живем в условиях, как мой муж говорит, приближенных к боевым. Вот, сами понимаете, 4 сыночка. Кругом автоматы, машины. Навод чужому человеку уже с порога видать, у этой семьи живе кахание. И уже полуторагодовая Ульяна ведая, что треба делиться. А Лена и Дмитрий упевнены, их дети будут соправдными людьми. Они уважали других людей. Вот. Если уже будут уважать, и чтобы было у них целеустремленность. Чтобы они как бы, ну, старались стремиться к своей цели. Тогда они сами чего добьются. Я люблю свою маму, она красивая, всех любит. Кто глава семьи? Мама. Ну да, пускай будет мама. Анастасия Тулупова, Илья Пучко, Минщина. Предприемство мясомолочной промысловости «Старичный регион» до конца года повинны вывести на становшую динамику вытворчести и реализации продукции. Махчимости для этого есть, покуль же Галина отстает по многих показчиках. Старшиня Минобловыканкама Борис Батура раскритиковал працу перепрацовщиков региона подчас выездной нарады у Борисове. По доручению губернатора вытворцам треба зарабить акцент на выпуск продукции с высокой додатковой вартостью. Виктория Свирская, подробязней. Чому? Гэтае пытанне з вуснаў губернатора в области падчас выязной нарады гучала не аднойчы. Зніжэнне аб'ёму вытворчасці мясамалочнай прадукцыі стала прычынай крытыкі перапрацоўшчыкаў. Паводле Барыса Батуры, праведзеная мадэрнізацыя павінна была б даць большыя вынікі. Атрымліваецца наадварот. Вытворчасць каўбасных вырабаў, паўфабрыкатаў, прадукцыі з высокім дадатковым коштам зменшылася. Надо прадаваць каўбасу. Учыцца прадаваць, па крайней мере. А не делать то, что легче, и совсем не предпринимая никаких мер по сокращению затрат на самом производстве. Довелось нагадать про то, что перепрацовщики повинны и так ведать, как таблицу умножения. Задача перерабатывающей промышленности в любом случае переработать и продать. Найти новые виды продукции. Ну, короче, изощренность должна быть высочайшего уровня. Борис Батура приводит конкретную ситуацию. И он споживец. В каком магазине ухо можно свиное купить? Ну, фирменный магазин. А, фирменный, это всем из Минска надо ехать в фирменный. В Европе я кому-то рассказывал, в ресторане блюдо. Ухо черное. Это тоже а где ваше ухо черное? Отказ свиные уши, до прикладу, ці яловичные хвосты не запотребованы. Але гэта для губернатора не отказ. Ён тлумачыць, прапанова нараджае попыт. А тому любая продукция повинна быть у гандлёвай сетцы. Вот меня удивляет одно. Вам говоришь, подсказываешь, что рынок требует, а вы все равно свою линию проводите. Так, чтобы было хуже. Не мне, в первую очередь, а потребителю. Непростая ситуация склалась и с отрыманием сыровины. Поставки снизились. У холдингу мяса Малпрама признали. Критика правильная, и працу над помылками тут проведут. Действительно, у нас немножко не совсем динамика по приемке на переработку сырья. Снижение 94% к уровню прошлого года. Пытаемся до конца года этот показатель выровнять за счет увеличения глубины переработки и дополнительного увеличения реализации на экспорт. Холодильные камеры, они разделены у нас на отдельные участки для того, чтобы можно было поддерживать разную температуру для разных видов продукции. И все выводится на экран. Ведущий вытворца соусов, майонезов и кетчупов на месте не стоит. Выраб якостной продукции досягается за кошт укоронения ноу-хау. Мы купили тоже машину, которая в автоматическом режиме сама и фасует, сама упаковывает, сама запечатывает фольгой и сама закрывает крышкой. Разом с тем тут сутыкнулись с питанием реализации продукции. Российские вытворцы заполняют рынок. Тем не меньше предприемство уже працует с буйными гандлевыми сетками Беларуси и ведет перемовы с тыми же российскими продавцами. По выниках нарады Борис Батура выказал упевненность у тем, что объем вытворчести до конца года обовязково выровняется. Застается подтягнуть продаж. Хотя мы и так занимаем основные позиции по производству молока в республике и по реализации, и экспорт в том числе в этом году очень хороший. Но, тем не менее, эти все показатели должны быть у Минской области гораздо выше. Виктория Свирская, Максим Сацукевич, Минщина. До незвычайных здарений у Борисовском районе автофургон с российскими номерами сутыкнулся с фурой. ДТЗ отбылося у ночи на Брестской трассе поблизу вёски Великой Ухолода. У вынику загинул 54-годовый пассажир автомобиля. Абодва кіроўцы не потерпели. Магчыма, 26-годовый шофер фургона мог заснуть за рулем.
А у Маладзечынскім районе сгорела приватная харчовая крама. Пожар отбылся у вёсцы Пролески. На счастье, у момент надзвычайнага здарэння людей у магазине не было. Будынок системами пожарной и ахоўнай сигнализации не обсталяваны. У выніку огнем знішчаны дах, выгорела знутри помяшканні гандлёвай залы, знішчаны товары и обсталяванне. Причины пожара устанавливаются. В урочистым строи у молодежи провели агульнагарнізонный агряд подразделения у милиции. Перед тем, как заступить на службу по ахове громадской аппаратку, правоохоўники продемонстрировали все свои навыки гараджанам и кіраўніцтву Министерства внутренних справ. Кульминацией стали показательные выступления. Бойцы областного АМАПа на центральной площади города затримали узброенного злочинцу и показали прием рукопашного бою. Министр внутренних справ Игорь Шуневич повиншовал с присвоением шаргового специального звания больше за 20 офицеров. Узнагороды так само отримали войскоўцы внутренних войсков. Так само захватили громадяне, которые оказали содзейнічанне милиции в раскрытии злочинствов. Завершилось мероприемство проходжанням правоохоўнікаў до места службы урочистым маршем под гуки духового оркестра. На этом у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.